В дежурную часть Звенигородского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому округу обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о том, что из торгового зала магазина в микрорайоне Восточный похищены продукты питания. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана 42-летняя жительница Ивановской области. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.